карты, смысла этой карты не было вообще. А сейчас, после того, как убрали полки, много техника теперь не играется. Только терпеть эту карту. Либо справа теперь играть. Без вариантов. Вот у них вот эта полка есть. И за ней ныкаться можно. А у нас что есть? У нас здесь поле грёбаное. У нас грёбаное поле. Лягу из ВК. Ну, будет время, посмотрю. Я же знаю, что у меня текст-то есть записанный теперь еще. Ну, ты же присылал, значит, не забоится. Если бы записывал я, забыл бы. Сколько до него брать? Вот такую длину брать надо, да? Гитарение феня. Хера. Перелет. Смотри, они все встали. У них вот этот полк вот это есть гребанная. Все, они встали. Рип встали. Ну, просто не с базой. Ну, понимаешь, это... Он уехал, конечно. Вот это вот встал. Это потом, ой, сейчас заеду сюда. Хер там не заедешь теперь больше. Никогда не заедешь теперь еще. Никто не заедет туда. Казенка минус. Ну, чинится будет полгода. Теперь ты ждешь. А тебе слева ебут. Давай я налево поеду и убью чувака справа. Которого я убил, лезет опять. Я максимально не понимаю, где чуваки сидят. То есть сюда стреляют, то туда стреляют. Чувырилок лезет наверх. Так, слева один. Походу его дубликат херакнул, я его уже убивал. Нормас. Перекинул. Так, там 6 эпизодов идет, один час, 30 минут. Сейчас сайт народа половина прислал уведомление о том, что вышла 18 серия на Рёка Багрова. Не знаю, правильно ли написано. Ну, правильно. Рагна Багровой так-то. Вроде так называется. Рагна Багровой. Сейчас проверю. Рагна Багровой, да, правильно написал. Даже я что-то сомневался. Так, ну у моей любимой озвучки не вышло еще. Так, здесь. Не вышло.
вышла новая озвучка. В моей, кажется, любимой озвучке не вышло еще. Слушай, я удивительно долго жил. 4 фрага сделал. 4 фрага. Слушай, нормальный танк, мне нравится. И зря его оставил. Мне так аксоночек-то никогда и не было почти. Я предыдущий аксон танк-то отдал. Блокаст которого ракеты сверхзвуковые были. Смысл-то от локаста был, там, блин, тепла на 11, там, 11, по-моему, 11.3 было, да, или 11.0, а там теплаки у всех. Пока он встанет в нормальную позицию, блин, полчаса пройдет. Это как подлетать, короче, выбирать позицию, весеннее врубать, это 3 часа. Так, мы на 60 сбросим сейчас. Еле поворачивай, кстати. Прям еле-еле. Топорный пипец. Так, 48. Подрубаем. Так, враги пойти здесь, да? Давай левее. Так, сколько трупов. Кого-то он там гасил. Надо сбрасывать скорость, кстати, вот так вот. Кого стрелять? Здесь труп одни. Так, на 48 он что-то начал падать у меня. Еще было бы идеально, если бы господа разрабы сделали какую-нибудь ПВЕшную миссию, я не знаю, не на команду, там, а на пару человек. Возможно, даже на одного. Хотя бы полетать бы получился. Остародная ПВЕшная миссия не очень, если честно. Которая 3 часа, блин, длится. Ну, бесконечно почти. Ну, 60 удержит. Кто ёбнул? Ты что ли? Идиот, а я специально тебе упаду. Придурки. Да, меня девация сбил. Но мне бабки заплатят сейчас. Сделать ему нахрен нету. Таблюская Нибри, я не успеваю, не испытываю желать смотреть какой-либо аниме тайтл, слух режет, озвучка Нибри. Ну, слушай, я, конечно, прав, ты прав, я согласен с тобой, но, к примеру, мальчик Ханако, помнишь такой, туалеты Ханако, по-моему, называется, при том мелкого придурка, вот первый сезон, вот там озвучка от Нибри самая нормальная была. Оставь больше остальные тайтлы, я уже не использую, правда, если озвучек нету, приходится брать грёбаный... Кого? Грёбаный Либрио. А какое-то аниме не упускали в предыдущем сезоне осенним. А озвучил только не Либрио. Но прикол в том, что я его нарезки не брал. Там нету приколов с не озвучкой. Так, я на Б. А я здесь что играю? Эти базы путаю постоянно. Направо тогда поедем. Подумали, походу, так все. Ну ладно, да налево поеду. Пускай умирают. Ух ты, нихуя себе. Китай и советы, и против нас все. Сейчас веселуха будет, если я выживу. Так, хотя озвучка
там бабы, они, значит, не звучат, да, они пищат. Это иной раз раздражал, пипец. Просто нахуй пищат. Танк забрал. Блин, у меня второй заход получится такой же, а? Как думаешь? Больше никого и нету.